Всем известно, что президент Украины очень занятой человек. Именно поэтому каждый вечер на телеканале «Рада» выходят новости специально для президента Украины. Смотрим. Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире новости для Виктора Федоровича Януковича. Завтра президент Украины едет в Вену, столицу Австрии. Не Австралии, не Астории, Австрии. В Вену. Не в аорту, не в артерию, не в капилляр. В Вену, столицу Австрии. Там состоится официальный прием, на котором вы должны пожать руку президенту Австрии. Пожать. Не поцеловать, не побороть, не сломать, а пожать. Ну а после вы отправитесь в филармонию слушать вальсы Штрауса. Слушать. Не танцевать, не петь, а слушать вальсы Штрауса. Не вальсы Штрауса и даже не пальцы Штрауса. По возвращении вы полетите на саммит в Баден-Баден. Не в манго-манго, не в дюран-дюран и даже не в шашлык-машлык. Да, ну а там вы посетите концерт «Дюран-Дюран». Не Баден-Баден, не манго-манго и тем более не шашлык-машлык. Ну а через неделю президент Украины с рабочей поездкой посетит Гваделупу. Не перепутайте, пожалуйста. Также у вас намечена встреча со спортсменами. Будут братья Кличко. Братья. Не муж и жена. Не сестры. Не однофамильцы. Братья. Боксеры. Не собаки. Спортсмены. Да. Также там будет Бубка. Не Любка. Не Губка. Бубка. С шестом. Не стриптизер. Спортсмен. Будет трудно узнать, будет без шеста. В Москве президент Украины планирует посетить храм Василия Блаженного. Василия Блаженного. Особое внимание, это не его личный храм, храму просто дали его имя. Там будет присутствовать президент Барак Обама. Барак. Не сарай, не хижина, не халупа. Барак Обама. И в заключение о погоде. Завтра в Межигорье плюс 16, в машине плюс 22, в кабинете плюс 24. До новых встреч, Виктор Федорович.